Весна почти уже наступила. Следует поторопиться и ознакомиться с главными тенденциями моды на весну-лето 2013. Говорят, что весна будет яркой и не стоит мешать фантазии. Больше экспериментов. Если говорить о крое, то он очень простой, как в брендах Victoria Beckham, Celine, COS. Это прямой крой, минимум деталей, несколько пуговиц, либо 2-3 застежки, то есть ничего более. В этом году будут в моде полоски. Если у тебя спортивная фигура, то полоски станут твоим лучшим другом. Черно-белая полоска тоже модная, но, в принципе, кому-то она нравится, кому-то нет. Это строгая классика, блочность, она всегда была в моде, особенно прошедшие 2 сезона. Sunt de părerea că modelele clasice sunt întotdeauna modă. Черно-белая клетка, либо полоска, которая полоска странит, клетка немножечко полнит. Нужно уже смотреть по фигуре, нужно настроенную фигуру больше это подбирать. Карурли им плак. Pentru mine e ceva normal de fiecare zi. Poate fi o tendință destul de binevenită, mai ales pentru fetele din Chișinău. Mă rog, de ce nu și băieții? De corpul omului, depinde de figură. Adică foarte multe materii sunt făcute cu scopul de a ascunde anumite дезавантажи. Минимализм в этом сезоне покорит ваши сердца, девушки. Минимализм не означает обнажение, будьте бдительны. Минимализм, да, моден и очень флоральный принт сейчас. Хорошо идет, и во всех коллекциях представлены цветы. Dior, Valentino делали очень красивую подборку с большими розами, с какими-то красивыми тюльпанами и так далее. То есть это тоже очень, очень в теме. Честно, не очень. Не могу сказать, что мне он нравится. Не каждая категория людей может отнестись к такому стилю. Ну, что, cred că есть ceva ещё один комон. Блестящие материалы будут отличным выбором этой весной, однако их стоимость может убить всякое желание приобрести их. Это очень любят итальянцы, особенно Dolce & Gabbana постоянно в своих коллекциях делают вставки золотого цвета. И, в принципе, женщинам за 30-40 очень свойственно одевать такие броские, яркие какие-то цвета. Тем более, сейчас не обязательно выбирать себе всю одежду с вставками из золота. Это может быть только юбка с каким-то орнаментом, из прошитой золотой какой-то под золото ниткой. Да, cred că pentru primăvară ar fi ok. Anume, culorile aprinse sau ceva care te-ar scoate în esență, în evidență. Totul se prea exagerează. Că dacă vrei să fii un pic de luci în haină de zi cu zi, la noi fetele trebuie să lucească. Asta e maxima problemă că tu ieși la lucru, dar practic poți spui că ieși ca într-o ținută de seară, care se privește foarte ieftin. Не забудьте, это хорошо знать о тенденциях моды. Важно следить за своим стилем, но не забывайте носить то, что вам удобно носить, в чем комфортно и что не навредит вашему здоровью. Красота иногда не требует жертв. We have a dream.